Давайте, вот сюжет о последнем раненом. Такая. Меня вдруг приехали итальянцы снимать. Вывод бой за полгода. Мне дали такой размер, про который даже не знал, что существует афганки. Ну, эксперименталка. Концертная, он потом долго, а сейчас в музее висит. Чувствую, какая значит. Я пришел в госпиталь. Сюжет был таков, предложенный политотделом. Я приношу печенье раненому бойцу, ну, естественно, сослуживцу, назначенному моим сослуживцем, значит. И вся палата радостная, значит, поет «Подмосковные вечера». Я понимал, что это маразм чистой воды. А итальянцы, они бодрые, молодые ребята, значит, они сразу от постановки отказались, так, легко. Ну, для них там все было, нашим нет, а им да, как и всем западным. И они сразу раз, так, увидели раненого бойца, посадили на этот самый, он хотел выкинуть сигарету, говорит, не надо гасить, работаем. Не надо гасить сигарету, курить естественней, но присядь на лавочку эту. Отлично, снимаем кино. Шустрят итальянцы заранее. На пленку ложится сюжет о том, кто на выводе ранен. Хотя еще вывода нет. О том, кто последним на выводе ранен. Хотя еще вывода нет. Устроили елки смотрины. Улыбка для кадра вопрос. А вам итальянские мины встречались, увы, довелось. Я на итальянке рванулся, сапер ее не нашли. Боец глубоко затянулся, взглянув на свои костыли. Итальянки, они пластиковые мины, их у нас вот использовали для того, чтобы в банях светильники там делать и все. Но на самом деле... Похоже, да? Да.